ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно. Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно». А знаете ли вы, что... Существует робот, работающий продавцом. На одном из островов Таиланда открылся первый магазин, где вообще нет сотрудников людей. Да-да, ни кассиров, ни продавцов, даже охранников. Всю работу делает робот Лиза с искусственным интеллектом. Он, вернее она, рассказывает покупателям о продуктах и помогает справиться с сенсорными экранами при оплате товара. Именно через планшеты люди могут выбрать покупки, потом оплатить их карточкой и самостоятельно забрать с витрины. Ну а если кто-то решит взять покупку просто так, то он попадет в объектив камер видеонаблюдения Лизы. А дальше уже полиция будет разбираться. Поэтому закон в этом магазине никто не нарушает. А знаете ли вы, что... Компьютер для работы полезен, а для безделья не очень. Например, зависание в соцсетях плохо влияет на самооценку. Об этом предупредили врачи-психологи. Психологи – это ученые, которые изучают наше с вами поведение. Так вот, соцсети плохо влияют в обе стороны. Если человек смотрит на красивую жизнь других, то самооценка может упасть. А если пользователь получает много лайков и комплиментов, самооценка, наоборот, становится завышенной. И то, и другое опасно. Особенно подвержены этому дети и подростки. Часто сидящий в соцсетях человек становится нервным и раздражительным. Специалисты говорят, красивая картинка в интернете редко соответствует реальности. Если чья-то жизнь кажется пределом мечтаний, возможно, на деле и завидовать там нечему. Важно об этом помнить, а родителей и друзей чаще призывать к живому общению. Ужасно интересно. Все то, что неизвестно. А знаете ли вы, что... Котики помогают сдавать экзамены. Так, студент из Екатеринбурга пришел на зачет в костюме котика. Ученик хотел порадовать преподавательницу, которая любит усатых-полосатых. Все студенты знают об этом увлечении. Они стараются приходить на занятия в одежде с изображением кошек или брать тетрадки с кошачьими обложками. И вот один из студентов пошел дальше всех. Он нашел ростовую куклу в виде рыжего кота, в которую он сам и залез. Преподавательница осталась в восторге. Она стала обнимать и гладить огромного котика и пообещала ему пожизненную сдачу всех зачетов. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа... Ужасно интересно все то, что неизвестно.